Меня зовут Анастасия Хан. Я профессиональный портретный и семейный фотограф в Южной Корее. Я создаю воспоминания об этой стране в красивых и необычных местах вне студии. Сегодня мои модели – мама и сын. Я снимаю их историю на пляже Чонсапо. Это особенное место для моих моделей. Фотосессия на локации, особенно на пляже, это всегда сложно. Слишком много света, слишком мало света, сильный ветер, передвижение с места на место. Мне приходится носить с собой много оборудования, поэтому для меня, как для женщины-фотографа, портативность – это главный приоритет. B500 отвечает всем моим требованиям – мощный, легкий, простой в установке и использовании. Быстрая установка значительно сокращает время подготовки к съемке при смене локации. Для меня в фотографии главное передать чувства. Важно создать эмоциональную связь с моделью. Эту связь легко потерять, если отвлекаться на переустановку и перенастройку оборудования. Сегодня я использую две камеры. Hasselblad для пленочной и Canon для цифровой съемки. Ведь разные сценарии освещения создают разные цветы настроения и требуют разного подхода. B500 управляется через систему B-Control. Эта автоматическая система соединения позволяет использовать две камеры без необходимости каждый раз заново обновлять настройки. Я хочу, чтобы мои фотографии были пронизаны теми чувствами, которые испытывают мои модели сегодня. Я надеюсь, эти фотографии будут напоминать им о Корее и переносить их в этот день, как машина времени.